Да, да, ну где фонтан здесь. Ага, да, Нет, кухня менеджер. Пройду хотя бы. Серьезно, начальник. Алена? Отдела. Я такая, Аня. Можно вас попросить направо и налево? Хорошо. Не, ну ты сама их. С колоколами там пойдут. Воскрес для того, чтобы и мы с вами не умерли духовно и имели жизнь вечную. Не ограничивается жизнь только нашими земными днями и годами. Душа человеческая бессмертна и призвана жить в вечности. Все мы, христиане, об этом знаем. И стремимся к солдат-защитников наших находятся здесь, в этой часовне. Русские ворота не просто памятник, это памятник, часовня. Присвоено это звание этому сооружению, 300-летию дома Романовых. В прошлом году часовня «Русские ворота», часовни всех святых было 100 лет. К сожалению, в Анапе это не отмечено было. Но мы с вами, православные, знаем. И есть движение в городе за восстановление статуса часовни этому историческому памятнику. И я думаю, что правда спустя 100 лет восторжествует. И наши защитники, погребенные здесь, под скудом этой часовни, нуждаются в наших молитвах. И сегодня мы здесь с молитвой пасхальной для того, чтобы поздравить наших защитников, наших русских солдат, освободителей Анапы, Пасхой Христовой. Христос воскресе, братья! Thank you.
это есть духовное понятие, от слова «грань». Мы знаем, как легко перейти грань между добром и злом. И вот эту границу нужно охранять и в духовном смысле. И об этом говорит всегда часовня, даже своим видом. Да, немногие сюда нашли еще путь, дорогу к этому храму, института береговой охраны. Но она есть, и она работает. Она призывает, а маяк всегда указывает путь в море, для того, чтобы корабль не потерпел поражение или крушение. А воинам это очень нужно. И слава Богу, что руководство института понимает это, что без духа невозможно сохранить нашу обороноспособность. Вспомним великого Суворова. Александр Васильевич говорил: неверное войско учить, то, что перегорело железо точить. Его острый ум проникал и проникает и в нашу жизнь, проникает глубоко в смысл вещей. И эта часовня во всем благолепии сооружена благодаря стараниям руководства института. Еще бы она заработала в полную меру, еще бы нам отработать те механизмы, которые мы приводили сюда больше курсантов. Слава Богу, сейчас это возможно, сейчас это не возбраняется, а наоборот поощряется. Сейчас это становится необходимостью. Мы видим, что происходит в Украине, мы видим то, что происходит в мире и в других местах, где ослабевает вера. Нам бы эту веру укрепить, сохранить, и тогда мы сохраним и Россию. Тогда мы сохраним ее и как святую православную Русь для наших поколений грядущих.